Человек-паук и зеленый гоблин. Зеленый гоблин, правда здорово? Это я придумал. Любому пугалу нужное имя. Мистер Джеймисон, Человек-паук. Хоффман! Да? Зарегистрируй авторские права на имя Зеленый Гоблин, чтобы я получал деньги. А может, Зеленый Хмырь? Это клевета. Человек-паук не нападал на город, а защищал его. А вот и нет. Клевета бывает устная, а когда в печати, это диффамация. Вы что, совсем никому не доверяете? Своему парикмахеру. А ты что, адвокат? Уходи. Пусть он подаст на меня в суд, если хочет. Вот поэтому в стране... Джеймисон, ты мразь! Кто из фотографов делает снимки Человека-паука? Я не знаю, кто он. Снимки приходят ты по почте. Врешь. Клянусь! Через него я найду Человека-паука. Я не знаю, кто это. Ты ничтожество, ты! Отпусти его, громила. Помянешь черта? Человек-паук, я знал, что вы с ним заодно. Эй, малыш, не мешай маме с папой разговаривать. Спать. Поразительное существо, Человек-паук. Мы с тобой не такие уж разные. Я не такой, как ты. Ты убийца. Ну, каждому свое. Я выбрал свою стезю, ты выбрал стезю героя. И поначалу они сочли тебя забавным, жители этого города. Но есть то, что им куда милее геройства. Промахи героя. Его падение и гибель. Несмотря на все, что ты для них сделал, они тебя возненавидят. Так зачем надрываться? Затем, что так правильно. Открою тебе истину. В этом городе 8 миллионов жителей. И все это огромное стадо существует лишь за тем, чтобы водрузить считанных выдающихся людей себе на плечи. Ты и я. Люди выдающиеся. Я мог бы прихлопнуть тебя сейчас, как букашку. Но я предоставлю тебе выбор. Стань моим союзником. Вообрази, чего мы могли бы добиться вместе. Что мы могли бы создать. Или наоборот, разрушить. Причинить смерть множеству невинных людей, затевая поединки вновь и вновь и вновь до тех пор, пока мы оба не погибнем. Поразмысли над этим, герой!